Метательные ножи поражают врагов издалека. Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Убирайся, Черн. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Подходи. Я выпущу. Не вставайте, не дайте ему уйти.
Его не найти! О, судьба благоволит мне сегодня. Лишь Богу известно, что задумали эти ужасные люди. Спасибо, что спас меня, незнакомец. Я расскажу своему мужу о твоей храбрости. Так странно. Кошмар какой, там могла быть я. Что тебе от меня нужно? Не понимаю, чего он хочет добиться. Покинь это место! Уходи, чернь, пока тебя не... У него действительно есть повод так себя вести. Ты вошел туда так легко. Крепость же закрыта для всех. Это так, но Вильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно отнести его. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Эзопа. Библия вообще-то говорит как раз наоборот. Надо много ждать и веровать, пока Всевышний решит, помогать ли тебе. Ну, я бы сказал, мы ждали немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. Lui prend-il? Точно. Если он покалечится, не стану помогать. Я не собираюсь ему помогать.
Он бежит от кого-то? Когда этому безумию будет положен конец? Интересно, куда? Ты думаешь, Женя, кто-то гонится? Вот оружие наше. Делаешь мне больно. И слушайте их ложь. Ядовитые слова. Что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты. Ричард обещал нам светлое будущее. Обещал спокойные земли. Но получаем мы лишь смерть. Мы слишком тихимы. Отлично. Так ему надо. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король... Но Вильям знает, где цена. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает, верьте нам. Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! Вильям Монферрат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот, за кем мы должны идти. Тот, кто приведет нас к победе. И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты. Стой! Здесь ты не пройдешь. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких... Он, наверное, тронулся головой. Думаешь, за ним кто-то гонит? Почему он так спешит? Умоляю вас, господин. Ну, дьяволя! Ты что так хочешь сказать? Внимайте мне, граждане! Если вы устали от некачественных товаров... Что он делает? Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. Чего мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Верьте нам! Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Но Вильям знает. Верьте нам! И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты! Король Ричард обещал нам светлое будущее, обещал спокойные земли, но получаем мы лишь смерть! Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет?
Мы слишком терпимы к врагам. Одной рукой бьемся с ними, а другой пытаемся их обнять. К чему мы придем, если король сам не знает, чего хочет? Прекратить это, ребячество. Знает. Верьте нам! Поднимитесь с колен! Не приносите себя в жертву изменчивым прихотям короля! Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях! Таких, как Вильям Монферрат! Так что, ты хочешь драки? Я должен испугаться тебя! Этому конец. На моем месте я бы звал на помощь. О боже, я умру от смерти. Слишком просто. О боже, я умру от смерти. Я должен испугаться тебя. Это слишком просто. О боже. Тебе необходим. Кто тут? Я должен испугаться тебя. Когда поймут, что насильник, ничего. Это плохо кончится. Слишком. Почему никто не остановит это? Тебя нет. О, бог! Я должен испугаться тебя! Хватит! Хватит! Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери! Забери и уходи прочь! Не золото. Мне нужна информация. Я ничего не знаю! Но знаешь Уильяма. Как мне к нему попасть? Это невозможно! У него встреча с королем! А когда король уезжает? Сегодня. Но тебе это не поможет. Они опять поругаются, и Вильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Вильяма, а Вильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Вильяму, а не Вильям принимает меня. Тогда прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Что? Твою жизнь. Просто ужасно. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Слава Богу! Ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! О боже, что случилось? Итак, наконец, вы встретились. Здесь есть все, что тебе нужно. Мимо мне волен. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Что, больно? Я ни в чем не виноват. Зачем ты делаешь это? Du bist kein Mensch. Was bist du? Не трогай меня, пожалуйста. Ты не можешь убежать!
Он думает, что справится с нами. Gott wird dir niemals vergeben! Ты мой! Язычник! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Тебе сюда нельзя. Это просто ужасно. Уходи. Видел, что здесь произошло. Что смотри, происходит? Куда? От кого он убегает? Мы отвернулись от Бога. И вот он покарал нас, смотри, куда идет? Послав орды воинов язычников. Чума допадет на Саладина и на народ его. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благовестие. Он точно кого-нибудь щелит. Подходите, подходите! Ну, уходите, подайте пару монет. Сюда, так сюда! Можно, так и не позволь, я покажу тебе мой товар. Не, помогите, я Что здесь произошло? Сломал, заплатил и купил. Ты просто так не уйдешь. На помощь! Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Все свежее. Я знаю, что ты не жил. На помощь! И оттеснили от нее и города. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти. Глупец, точно кого-то кого-нибудь на такой скорости. Пожалуйста, отпусти! Дибе-гэ-гэ-гэ-гэ! Кто-нибудь! Я горишь в аду!
пожалуйста! Убита! Я тебя догоню! Давай, Антино, спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. О, Боже, как такое могло случиться? Он, должно быть, бежит от кого-то. Je connais ton visage. Tu ne m'échapperas pas. Тебе нечего здесь делать. Уходи. Ты умрешь здесь и сейчас. Что-нибудь! Он думает, что справится! Убил! Я убил!
Дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Кто мог сделать такое? Убил его, я все видел! Стража! Убийца на свободе! Убивай меня, пожалуйста! Остановите его! Похоже, спешно убьет кого-нибудь. Это снова ты, Альтаир? На этот раз Аль-Муалим не дал тебе задания. Но у меня найдется для тебя дело. Разыщи несколько флагов Масиафа, которые я спрятал в кварталах Ричарда. Я верен клятве, в отличие от многих других, и расскажу тебе, что говорят люди в Акке. Это очень важно. Но в этот раз, пожалуйста, не заставляй меня слишком долго ждать. Скажите, зачем он это делает? Что за дурак? Ты хорошо поработал. Раньше я был о тебе худшего мнения. Вот что мне известно об Уильме Монферрате. У них с Ричардом вышла размолвка до того, как король отправился в Яффу. С тех пор он сидит в замке под охраной своего войска. Сможешь ли ты добраться до него? Посмотрим. Хотя, конечно, маловероятно. Я хочу есть. Он я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Будьте упорными. Не сдавайтесь. Убирайся, чем. Без вашей помощи королю Ричарду... Мир и покой тебе, брат. Хотя у меня, похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам. Ты можешь отыскать их и убить? У меня найдется для тебя кое-что полезное. Если ты согласишься. Но осторожнее, тебя не должны заметить. Чума допадет на Саладина и на народ его. Мы с миром пришли в святую землю, дабы распространить благую весть. Какого черта тебе надо? Но они отвернулись, отказались принять Сына Божьего как своего Спасителя. Зло таится в сердцах их.
Так пусть же Ричард защитит нас, заручившись Божьей поддержкой. Стой! Здесь ты не пройдешь. Подайте пару монет. Пожалуйста, господин, подайте. Ха! Что это с ним приключилось? Я перестань туда, ман! Я не больная! Учищи нас! Сюда! И Stell dich deinem göttlichen Urteil! Он может справиться с нами! О,
Умоляю вас, господин, всего пару монет. Спасибо, Альтаир. Наконец-то я снова вздохну спокойно. Возьми эту карту. На ней указано, где Вильям расставил своих лучников. Она пригодится, если ты решишь проникнуть в его крепость. Будьте упорными! Не сдавайтесь! Действительно есть повод так себя вести? Подождите! Не освободить святую землю! Мы все должны трудиться во имя победы! Возделывайте поля! Помогайте раненым! Молитесь за тех, кто сражается во имя Господа! Делайте, что можете! Не бойтесь, страх и сомнение – вот оружие наших врагов. Не слушайте их ложь, не давите слова, что не простая сущность. Если вас осуждают, вступайте и помолите. Уходи, чернь, пока тебя не выгнали силы! Мы отвернулись от Бога. И вот он покарал нас, послав орды воинов вниз. Он похожий. Ничего не нашел? Почему он так спешит? Послушай меня, Альтаир. Вильям Монферрат недавно убрал из этого района почти всех честных торговцев и заменил их своими людьми. Он пытается подорвать доверие народа к королю Ричарду, продавая им товары низкого качества по завышенной цене. Этих торговцев надо убрать. Найди и уничтожь их стойки с товарами. Господин, мне нужны деньги. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Следи за собой. Мне нужны деньги. Ты бедная, голодная и больная. Пожалуйста, господин, подайте. Моя семья на краю гибели. Такое возможно? Язычник, ты умрешь здесь и сейчас. Он должен успеть. Скорей сюда! Остановить его, пока не поздно! Поймаю тебя! Имбирохе готес! Это не дело. Стой, готес! Антино готес! Имбирохе готес! Стража, он только что убил человека! Тебе не убежать! Ты умрешь! Я тебя догоню! Убил его! Стража!
слишком просто. Убит майн! Спасибо, Альтаир. Тебе может показаться, что ты сделал немного, но все равно это важно. Возьми эту бумагу, она пригодится тебе, когда ты встретишься с самим Вильямом. Зачем он это делает? Тебе нечего здесь делать. Уходи. Уходи, черни, пока тебя не выгнали силы. Не уходи, ты подай, не бери монет. Да, о чем он так и думает? Я убью тебя! Дай мне пару монет. Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Зачем окажешься? Что я сделала? Убийца! Умри! Я прошу всего лишь пару. Глупец! Не понимаешь, ты уже проиграл! Убийца! Язычник! Ну просто так не уйдешь на пол! А вот как это плохо! Стража! Я убью тебя! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Как такое могло случиться? Какого я тебе... Это больно! Перестань! Умри, вор! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Если вы ошибаться, это будет забавно. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Помогите! Кто-нибудь на помощь! Ах ты вор! Это отучит тебя красть! Уйди от меня! Я ничего не сделала! Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! На помощь! Кто-нибудь помогите! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Помогите! Кто-нибудь на помощь! Уйди с дороги! Язычник!
Вильгу! Я тебя догоню! Он хочет драться с нами! Стража, сюда! Этот человек-убийца! Я убийца! Пошли за мной! Спасибо, спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Что здесь произошло? Спасибо. На помощь! Кто-нибудь помогите! Умри! Вот! Помогите! Умри! На помощь! Он только что убил человека! Сейчас ты умрешь! Ладно, ладно! В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку! Спасибо. Они не говорили, что им нужно, но я видела тьму у них в глазах. Извини, мне нечего предложить тебе взамен, но я расскажу своим братьям, что ты наш друг. О, нет, это ужасно. Кто убил этого человека? Покинь это место! Дьявол! Где ты? Я знаю, что ты где-то здесь! О, нет, не убивай меня! О, Альтаир, ты меня до смерти перепугал. За мной охотятся люди Ричарда. Их двое. Я пытался заключить с ними сделку, но понял, что это была ловушка, и избежал. Явись им в облике ангела смерти и оборви нити их жизни, пока они не нашли меня, а потом я расскажу тебе о нашем деле. Он только что убил человека! Я все видел! Убийца! Стража! Убийца! Вместе у нас все получится. На помощь! Стража! Он только что убил человека! Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Добро пожаловать! Здесь найдется все, что тебе нужно. Слушайте все, только сегодня... Тебе здесь делать нечего, уходи. Сюда, мой! Мы могли его упустить! Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Друзья мои, ваши поиски закончены. Вернись сюда! Он прячется, как крыса! Вот он! За ним! Тебе не уйти! Трус! Ну и сиди в норе! Кого бежит этот глупец?
Интересно, куда это Что это такое? Скидки на все! Да! Этот человек убийца! Человека! Тебе не уйти! А! Ты мог покалечить меня? Почему бы тебе не выйти поиграть? Вернись сюда! Не дайте ему оторваться от вас! Он прячется, как крыса! Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. У него действительно есть повод так себя вести. Чертов болван совсем выжил из ума. Зачем он это делает? Как приятно осознавать, что ты в безопасности. Спасибо, господин. Я попытался договориться со стражниками, чтобы они не закрывали ворота, когда прозвучит сигнал тревоги. Но у меня ничего не вышло. Теперь ты сможешь выбраться из цитадели Ричарда только по стене. Прости меня. Вас, господин, всего пару монет.
Вот глупец. Чего же? Похоже, он куда-то очень спешит. Почему он так спешит? Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да, Вильям Монферрат моя цель. Я получил нужные сведения и знаю, как до него добраться. Говори, а я послушаю. У Монферрата большое войско. Многие зовут его хозяином. Но у него есть и враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом. И да станет свободен этот город. Я вернусь, когда дело будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Почему он не идет спокойно? Слушайте все! Что он это точно говорит? Почему же он мчится, как угорелый? Кельмуш на пике! Что его так беспокоит? Интересно, что он затеял? Он бежит от кого-то? От он кого бежит этот мутрочник? У него действительно есть повод так себя вести. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна, и вас ждет немало испытаний. Но Бог видит вас. Сарацины разбиты. Мы выбили их из Акры и оттеснили от нее пригорода. Теперь они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому... Was macht dieser Tor da? Три тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это недоверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь, хотя это не ново.
Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Да, господин. Все остальные со мной. Gardez l'œil ouvert. Для чего он это делает? Я снесу тебе голову! Убийца! Здесь убийца! Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Он не прав! Да что он понимает? Как не стыдно! Тихо! Тихо! Замолкните на время! Да, его слова жестокие, но не безосновательны! Все станет понятно! Закрыть ворота! Закрыть ворота! Закрыть ворота! Il s'essouffle! Ramenez-le! Les flammes de l'enfer vont te dévorer! Poursuivez-le! Il s'essouffle! Ramenez-le! Перекрыть все выходы! Не дать убийце уйти! Я разберусь с ним сам! Пусть его достанут лучники! Ну, чего вы ждете? Стреляйте в него! Убийца! Я должен был догадаться! Убить язычников! Ласти мне, Айрен! Отдыхай. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие.
И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей. Je vais te traquer comme un animal. Il ne doit pas s'échapper. Убежать от меня? Ты мой! Тебе не уйти! Вернись сюда! Не потеряйте его! Думаешь, сможешь убежать от меня? Не дайте ему оторваться от вас! Не отставать! Не отставать! Du bist mein! Думаешь, сможешь убежать от меня? Язычник, ты заплатишь за все! Он должен услышать! Ты сможешь меня одолеть? Боже, помоги! Он побежал в тупик, ему конец! Нет, стойте, не дайте ему уйти! Тебе запрещено здесь находиться. Не спешите, если вы двигаетесь медленно, у вас... Attrapez-le! Tu ne peux pas m'échapper.
мой шапель! Отхопи-лё, отхопи-лё! Tu es le diable incarné. Je vais libérer ton âme. It's mine. Думаешь, ты можешь убежать от Seigneur? Les flammes de l'enfer vont purifier ton âme. Vendera, ton âme brûlera en enfer. Je vais libérer ton âme. Думаешь, сможешь убежать от меня? Не дайте ему оторваться от вас! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Не дайте ему оторваться от вас! Тебе не уйти! Du bist mein! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Не потеряйте его! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen, das heilig! Du wirst deine Strafe nicht entkommen! Höre den Zorn Gottes! Des Teufels! War ein Diener Gottes! Stell dich seinem göttlichen Urteil! Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren! Ma colère sera terrible! Je vais t'étriper! Je vais te trancher la tête! Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin! Non! Tu vas me le payer cher! Stell dich seinem göttlichen Urteil! О боже, я умру от смеха. Я должен испугаться тебя. Höre den Zorn Gottes. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Bin die Rache Gottes! Ты не понимаешь, что уже не может справиться с нами! Как такое случилось? Mm-hmm.
Здесь найдется все, что тебе нужно. Так странно. Что это с ним? Язычник, ты заплатишь за все! Получай. Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за уступ. Сложно. Это будет совсем не сложно. Глупец. Ты не понимаешь, я уже проиграл. Ты не можешь двигать. И мне следует драться. Стивен, любит! Сюда! Он здесь! Кто это? Схватите его! Тебе не убивать! Я выпущу тебе кишки! Он не мог уйти далеко! Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Halt! Lasst ihn nicht entkommen! Осторожно! Mach den verdammten Weg frei! Du сможешь убежать от меня! Сможешь убежать от меня? Не могу его упустить! Не отставать! Вы все умрете! Гони сюда! Остановите его! Пушегу! Тебе не уйти! Убийца! Не дайте ему уйти! Я тебя броню! Что? Он забежал в тупик, ему конец. Что ты делаешь? Иди прочь. Я убью тебя. Теперь ты умрешь. Не минуты покоя, что за... Догоните его! Почему он так спешит? Как можно быть таким невнимательным? Язык не позвал, это плохо кончится. Убийца! Не дайте ему уйти! Точно убьет кого-нибудь, увидите. Он, похоже, торопится. Точно убьет кого-нибудь. Он хочет если Этот человек только что врезался в дуб. Смерть, убийца! Ты от меня не уйди! Смерть, убийца! Что ты делаешь? Иди прочь! Я выпущу тебе тебя! Вернись сюда! Я ничем не заслужил! Дорогу! Пошел! Не дайте ему оторваться от вас! Пошел! Чего это за дорогу? Похоже, это боль. Я ничем не заслужил! Я тебя догоню! Тебя не уйти!
Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Это будет вовсе не сложно. Он думает, что справится с нами. Как ты это сделал? Я уступлю. Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа. Ты не дал ему получить акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет. Сейчас самое время для мятежа. Странно. Я думал, он отдаст город Конраду. Но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Она даже при смерти плюется ядом. Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой. Поторопись в Мусиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Перемотка на более поздний участок памяти. Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за... Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности. Верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства.
Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Почему же он бежит, как угорелый? Чтобы вытащить второй клинок, нужно время. Ваша первая атака... Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете? Где вы? Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. Убирайся прочь, мой глаз. Умри, вор! Пошел прочь! Он сошел с ума? Что заставляет его делать это? Ты заплатил за свои грехи! Непопленный дед! Тебе здесь нечего делать, старик! Пожалуйста, хватит! Не трогай меня, пожалуйста. Чем больнее мы пихнем, тем ты умрем. Ты напал на меня. Кто это? Помогите! Хочешь умереть? Ну, будь по-твоему. Твори время, Джексон. Остановите его! Остановите его! Страшно! Остановите! Сауфа тому тугуна! Чем я больно имею пистёрку? Джебер, кафир! Тебе не удастся скрыть!
гепард задит, нам алиаза добавит. Стража, я видал! Гебер, кафир! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Что случилось? Что это было? О чем он только думает?